Всем привет! В эфире телешоу 5 с плюсом. Сегодня мы продолжаем вас знакомить с участниками октябрьского хит-парада, и вы услышите оставшиеся конкурсные песни, а именно: группа Питер Пен с песней «Мистер No Problem», Артем Ковин с песенкой «Футболиста», Юля Пашкова и музыкальный театр «Калибри» с песней «Звезда», группа «Ромео и Джульетта» с песней «Уходит лето», группа «Калибри» с песней «Цветы», дуэт «Розовые очки» с веселой песенкой «Жужу», и Алиса Вахлова с песней «Мой сон». Всем привет! Привет! Недавно к нам на пейджер пришло такое сообщение. Выиграют в конкурсе группа «Кот Бегемот» и «Питер Пен», потому что они самые лучшие. А сегодня мы увидим еще одну конкурсную песню в их исполнении. Она называется «Mr. No Problem». Надеемся, эта песня вам тоже понравится. Видно, этот парень вовсе не дурак. Он довольно молод и довольно крут. Мистер No Problem, так его зовут. Эй, мистер No Problem, ты парень деловой, работаешь и день, и день, и ночь. Эй, мистер No Problem, подумай головой, ну как же нам тебе помочь? Он тратит столько, сколько ты за год. И на все вопросы фирменный ответ. Нет проблем, ребята, нет проблем, нет. Эй, мистер No Problem, ты парень деловой, работаешь и день, и ночь. Эй, мистер No Problem, подумай головой, ну как же нам тебе помочь? Ребята, нет проблем, нет. Эй, мистер No Problem, ты парень деловой, работаешь и день, и ночь. Эй, мистер No Problem, подумай головой, ну как же нам тебе помочь? Впервые в нашем песенном конкурсе принимает участие спортсмен. Похоже, парень перепутал сцену с футбольным полем. Но это не так страшно, потому что он, вдобавок ко всему прочему, обладает отличными артистическими данными. Итак, встречайте, юный футболист из Ревды Артем Ковин. По телевизору уже идет футбол, а я опять стою на этой сцене. Ну кто же там забьет последний гол? Ах, как узнать мне это в самом деле? Мама, я хочу быть футболистом и голы в ворота забивать. А ты твердишь, я должен стать артистом и на сцене петь и танцевать. Мама, мама дорогая, мама, ты должна меня понять. Мама, я хочу быть футболистом, мама, я хочу в футбол играть. А во дворе уже свистят друзья, поделены команды и ворота. Но не с мячом,
а с микрофоном я. И вместо голоса забиваю ноты. Мама, я хочу быть футболистом и голы ворота забивать. А ты твердишь, я должен стать артистом и на сцене петь и танцевать. В прошлой программе мы познакомили вас с детским музыкальным театром «Калибри» из Новоуральска. Сегодня, чтобы закрепить знакомство, мы предлагаем посмотреть вам еще один классный костюмированный номер в их исполнении. Итак, встречайте, Юля Пашкова и детский музыкальный театр «Калибри» с песней «Звезда». Здравствуйте! Меня по-прежнему зовут Тихон. Я познакомлю вас с участниками конкурса младшей категории. Это финалисты утренней звезды дуэт «Розовые очки» из Нижнего Тагила. Эту милую парочку уже успели оценить зрители фестиваля «5 с плюсом». По предварительным подсчетам, их песня входит в пятерку лучших. Если вам не удалось побывать на фестивале «5 с плюсом», вы можете оценить их песню прямо сейчас, если, конечно, она вам понравится. Я тебе чего скажу, ты меня послушай. У меня есть жужу, он такой послушный. Ну, а я чего скажу,
Добрый день, делу время, потехе час. Мы продолжаем изучать особенности русской игры. Еще наши далекие предки для наведения чистоты использовали метлу. Оказывается, этот старинный инструмент можно с успехом использовать в играх. Посмотрите, как это делает мой коллега дядя Саша. В нашу сегодняшнюю рубрику «Трали-вали» мы пригласили ветерана сказочного движения. Уважаемые телезрители, учителя и родители, сегодня в «Трали-вали» мы будем играть с моей знаменитой летающей метелкой. Сначала предлагаю устроить гонки на метле. 2-3 команды берут по метле и катаются от одного до другого стула. Или просто по кругу. Смелее, друзья мои, не потеряйте всю команду. Путь! Веселее! Что такое? Девчонок, на космический корабль не берем. Вот так вот. А еще с моей метелочкой можно здорово сходить на дискотеку. Все становятся парами. Кому не хватает пары, танцуют с метлой. Как только будет пауза во время танцев, проигравший бросает метлу, и все снова меняются парами. Так до тех пор, пока не устанете. Друзья мои, за дело! Екатеринбургская группа «Ромео и Джульетта» успешно начала свой творческий сезон. Их песня об уходящем лете сейчас занимает первую строчку нашего хит-парада. Смогут ли ребята задержаться на первой ступеньке нашего хит-парада? Или их потеснят более удачливые исполнители? Смотрите и оценивайте, ведь все зависит от вас! Сегодня я в последний раз приду на опустевший пляж, и вслед за мной в ночную тень уйдет последний летний день. Сюда ты больше не придешь, и будет долго плакать дождь. Уходит лето, уходит лето, уходит лето, уходит лето. Стекло хранит руки твоей тепло. Уходит лето, уходит лето, уходит лето, уходит лето, уносит лето. В ночной тиши, под шум дождя, я буду вспоминать тебя. А ты с дождем наедине уже не вспомнишь обо мне. Тебе, как видно, все равно, что лета нет давным-давно. Уходит лето, уходит лето, уносит лето мои мечты. Уходит лето, уходит лето, и вместе с летом уходишь ты. Уходит лето, уходит лето, уходит лето, уходит лето, уносит лето, уносит мои мечты. Уходит лето, уходит лето, уходит лето, уходит лето, и вместе с летом
мечты. Не знаю, как вы, а я иногда люблю послушать настоящую классическую музыку. Баха или Моцарта, например. Не удивляйтесь. Наши артисты способны исполнять и такие произведения. Встречайте! Дипломанты конкурса «Золотой петушок» группа «Калибри» из города Кушвы. И тут, и там встают цветы, и ты спеши к цветам. Но вдруг темнеет все кругом, и гуще тень, и ближе гром. Ударил дождик хлесткий, пришла гроза, ушла гроза. И небо вновь как бирюза, и вновь горит прозрачная роса. Давненько мы не встречались с Алисой Вахловой из Заречного. Соскучился, что ли? Ну, не я один. И зрители часто спрашивают, что у нее новенького. Не переживай. У Алиски все в порядке. Учит новые песни. И одну из них вы сможете услышать прямо сейчас. Все мне говорят, легко влюбиться. Этим разговором я не верю. Если полюбить, так только принца или рыцаря, по крайней мере, чтоб он был отважным и горячим, чтоб любил дуэли и охоту, чтоб его вела звезда удачи. Но таких пока не видно что-то. Как тут не злиться, сон ночами снится,
Ну вот, вы увидели все конкурсные песни октябрьского хит-парада. Наши конкурсанты очень ждут вашей поддержки, так что успевайте, голосуйте за самую лучшую, на ваш взгляд, песню. Сейчас я вам их напомню. Группа Питер Пен с песней «Мистер No Problem», Артем Ковин с песенкой «Футболиста», Юлия Пашкова и музыкальный театр «Калибри» с песней «Звезда», группа «Ромео и Джульетта» с песней «Уходит лето», группа «Калибри» с песней «Цветы», дуэт «Розовые очки» с веселой песенкой «Жужу» и Алиса Вахлова с песней «Мой сон». В следующей передаче мы подведем итоги и выявим лучшую пятерку детских. В общем, все на сегодня. Увидимся через неделю. Пока. Как его? Пятница, мы выйдем на сцену и скажем привет, подарим улыбок огромный букет. Пятница, и звуки прольются волшебным дождем. У нас так всегда, приходите, мы ждем. На пять с плюсом будет.